Вот такую собаку любят все, даже отловщики коммунал-дур-сервиса. Открытая душа, ко всем с лаской, с доверием, беззлобная. Первый раз одела поводок, вернее, первый раз почувствовала поводок на своей шее. Ну, частенько дернулась, но никакой особой паники. Почему? Доверие. Располагает к себе, никакой угрозы себе не таит. Но так и люди смиренные располагают к себе судьбу всех окружающих и даже ангелов. Подчиняются обстоятельствам, не беспокоятся, бесстрашные. Одно удовольствие иметь дело. И совсем другое дело, когда собака недоверчивая, скалится, отбегает. Она сама вызывает опасения. Для ее отлова приходится принимать насилие. После отлова насилие сплошное в клетке. На цепи она беснуется, на цепи вообще одни кошмары. Казалось бы, да? Те же условия, но одна собака в раю, вот как это, в коммунал-дур-сервис, она бы даже не хотела выходить из пункта передержки. Привязалась к ветеринару, плоскалась к нему, ей везде рай. А есть собаки, которым везде ад, потому что они всему сопротивляются, от всего пытаются освободиться, и в итоге им проблемы, и насилие, и окружающим. Вот так же и люди. Гордые всему перечащие люди создают конфликты сплошные, сопротивляются судьбе, дергаются, пускают волны. Здравствуйте. У нас там ЧП случилось. Видно, хорошая. Да, маленькая. Все, ну едешь все. Домой. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы договорились, куда везти, да? Да, да, в Слободе. Уже в курсе, да? Хорошо. Да. Вот и поехали на новое место. И в скорости, надеюсь, отправимся в Слободзею.